Вместе с успешным гироскутером Mini Pro и просто нереальными моноколесами, у Ninebot by Segway есть более продвинутая модель, которую можно назвать полноразмерной. Ведь визуально она напоминает профессиональную линейку Segway. E-Plus отлично подойдет как для развлекательных поездок, так и для использования в качестве рабочего транспорта. Как и Mini Pro, старшая модель построена на базе каркаса из магниевого сплава AZ-91D. Верхняя часть корпуса выполнена из прочного пластика, а днище получило металлическую пластину для защиты и подставку для парковки гироскутера. Пластик дополнен вибропоглощающими прорезиненными вставками для ног и декоративными вставками, которые дополняют и без того премиальный дизайн. Внимание заслуживают задние габариты, индикатор положения в пространстве и подсветка рычага. Благодаря этому можно не переживать, что в темноте райдер будет незаметным. Колеса зафиксированы тремя винтами и прикрыты пластиковой заглушкой. Рычаг, как и основной каркас устройства, тоже сделан из магниевого сплава. На него можно установить крепление для фляги или смартфона. Кстати, смартфон можно подзарядить от аккумулятора E+. В ручке встроен USB-порт. Разъем с проприетарным интерфейсом надежно фиксируется специальным зажимом. Основная ручка крепится с помощью нескольких винтов. Для удобного хвата здесь есть два съемных прорезиненных держателя. Для подзарядки предусмотрен разъем на панели для ног, прикрытый прорезиненной вставкой. Ninebot by Segway E+, как и гироскутер Mini Pro и моноколесо S2, защищен по стандарту IP54 от пыли и брызг, поэтому небольшой дождь или песок нисколько не навредят устройству во время езды. Вес гироскутера составляет 23,5 кг. Ninebot by Segway E+, оснащен двумя двигателями мощностью 1350 Вт и аккумулятором на 620 Вт-часов. Дальность хода от одного заряда достигает 22 км. При этом максимальная скорость аналогична 22 км в час. Для полного заряда необходимо всего 3-4 часа. Примечательно, что система рекуперации позволяет заряжать батарею при торможении и движении вниз по склону. Для сравнения, у младшей модели Mini Pro запас хода 30 км, а максимальная скорость составляет 18 км в час при общей мощности двигателей в 1600 Вт и батареи на 310 Вт-часов. Мозги гироскутера – инновационная плата собственной разработки Ninesys MK2TM. Для управления предусмотрен небольшой пульт, который напоминает брелок от автомобиля. Он отвечает за запуск, регулировку скорости и блокировку гироскутера, а также вывод информации на дисплей, расположенный на основной ручке. На нем отображается скорость, уровень заряда, пройденный путь и температура воздуха. Отличным можно назвать наличие двух пультов в комплекте поставки. Не стоит забывать и о фирменном приложении для всех устройств производителя. Вместе с отображением информации можно мониторить состояние гироскутера и настроить подсветку и звуковое сопровождение. Управление реализовано по классической схеме. Наклон отвечает за движение, рычаг за направление. Обучиться комфортной езде можно буквально за несколько минут. Но в первую очередь стоит ознакомиться с руководством пользователя и посмотреть подсказки в фирменном приложении. Ninebot by Segway E+ – топовая модель производителя, которая по праву может считаться одним из лучших решений в сегменте персонального электротранспорта. К плюсам можно отнести легкость управления, отличные технические данные и качество исполнения.